все-таки рано или поздно мечты сбываются. Да, не сбываются, на 4-м году жизни по возвращению в местную сторону дома. Точнее, очень отдаленно, но это не Колыма, а Тобольск. Мечты сбылись каким образом? Вот на день рождения моя супруга все-таки подарила мне железную дорогу. И вспомнив молодость, а было это, может быть, мало, почти 25 лет назад, я несказанно обрадовался. Но наконец-таки, есть мне могут позволить и железную дорогу, и радиоуправляемые машинки, и самолеты, в конце концов, и вертолеты. Где все это приобрести можно здесь сейчас? Да здесь же, в Республике Ленинградской. И таких по-детски счастливых перцев, как я, в городе уже не один десяток. Вспомните, не вы ли в детстве мечтали о радиоуправляемой машине, планере или самолете? Вы? Тогда ваш путь сюда. Вместе с чадом, разумеется. Возможно, кто-то видел и китайские машинки, но они недолговечны. А я видел, как эта техника вертится, и скажу честно, ни один реальный автомобиль не способен ни на что подобное. Вот полноразмерный радиоуправляемый самолет. На постройку чего-то похожего мы в детстве ухлопали 1.5 года. Сейчас времени столько нет. Но есть возможность за цену компьютера приобрести в 10 раз больше впечатлений. Хочется свой собственный автопарк из Audi, Меринов или радиоуправляемых бешеных тачек. И сейчас это возможно. И стоит как не самый крутизный сотик. Что зависть гложет. Такие управляемые человеком скутера легко уделают вот эти радиоскутера. Может показаться дорогой железная дорога, а вы за эти в бананомаму. Если я окончательно разжег ваше любопытство, то знаете, фанатов всего привлекательного от автотюнинга до моделей, меня имею в виду, вы найдете здесь. Что?